Վերջ ուշադրություն խնդրում եմ. Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ես Սոնա Ավակյանն եմ, Մեդիա Կենտրոնի խմբագիրներից, շնորհակալություն, որ մեզ հետևում եք ուղիղ միացմամբ. Այսօր Մեդիա Կենտրոնում Կովկասի ինստիտուտի հետ համատեղ նախաձեռնությամբ կանցկացվի քննարկում Ռուսաստանում ներգաղթյալների հանդեպ ներկայիս քաղաքականությունը, ոլորտի օրենսդրական խստացումները և հարակից ազդեցությունները թեմայով։ Մեր հյուրերն են Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը և Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի կրոն հասարակություն և անվտանգություն ծրագրի համանախագահ Ալեքսեյ Մալաշենկոն, ով քննարկմանը կմիանա Skype տեսազանգով։ Քննարկումը կվարի Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը, նրան էլ այժմ փոխանցում եմ խոսքը, համեցեք, պարոն Մինասյան։ Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы начинаем наше совместное мероприятие, посвященное проблеме мигрантов и их восприятия в современной Российской Федерации. Нашими гостями являются в Москве член ученого совета и руководитель программы «Религия, общество и безопасность» Московского центра Карнеги Алексей Малашенко. Здравствуйте, Алексей Всеволодович. И директор Института Кавказа Александр Искандарян. Здравствуйте. До того, как я передам слово нашим уважаемым гостям, я бы хотел привести несколько недавних цифр, которые показывают ситуацию с восприятием мигрантов в Российской Федерации. В частности, совершенно недавно проведен авторитетным российским центром, Левада-центром, опрос показал, что 71% россиян уверены, что мигранты являются в основном представителями криминального мира и поддерживают их депортацию. 73% россиян поддерживают жесткие действия властей против мигрантов. И при этом примерно 53% россиян рассматривают мигрантов как лиц, которые игнорируют русский язык и русскую культуру и имеют сложности в коммуникации с так называемым коренным населением Российской Федерации. Это тот фон, который показывает то восприятие проблемы мигрантов, которая существует в современной Российской Федерации. Кроме этого, в последнее время, в последние буквально недели и месяцы, в Москве, в основном связанной с предвыборной кампанией мэра Москвы, мы видим достаточно активные, достаточно, скажем так, часто муссируемые в информационном поле заявления официальных лиц. И исходя из этого, я думаю, что это самое время обсудить с уважаемыми экспертами, какова же ситуация на самом деле, как происходит восприятие мигрантов в российском общественном, медийном, политическом поле и какова ситуация в реальности глазами экспертов. Я передам слово господину Искандаряну, а после этого мы попросим нашего гостя из Москвы уже подключиться к дискуссии. Господин Искандарян. Здравствуйте. Здравствуйте, господин Малашенко. Я приветствую журналистов и Ереванской студии. Проблема, в общем, не нова. Проблема существует достаточно давно. Я с трудом нахожу этой проблеме дефиницию, название, потому что мигрантофобия, название неверное, на мой взгляд, ибо эта фобия касается далеко не всех мигрантов, скажем, мигранты из Украины, Белоруссии или руссконаселенных областей России, они не подвергаются такого рода эксцессам и фобиям. А это не очень правильно уже называть кавказофобией. Я помню свой разговор с присутствующим в московской студии господином Малашенко примерно, 15-летней, наверное, давности, уже тогда и я, и он понимали важность этой проблемы, озабачивались ей, и
говорили тогда в основном о кавказофобии, и он, как специалист, человек, занимающийся Центральной Азией, он говорил мне, что когда начнутся потоки из Центральной Азии, кавказцы вспомнят с тихой грустью. Я тогда же предлагал в одной из публикаций, в одном из российских журналов термин «чернофобия», но он не привился, насколько мне известно. То есть это некоторая избирательная фобия к представителям некоторых национальностей и культур. К этому цивилизационному югу, я бы сказал. От таджиков до греков или югославов включительно, наверное. Да? А проблема таким образом не новая. Тем не менее, в ней есть динамика. Господин Юрий Чайка, генеральный прокурор, на выступлении России недавно сказал, что с 2004 по 2012 год количество преступлений на почве экстремизма выросло в 5 раз. Это в основном проявление национальной розни, так называемой. Прошло уже 5-6 кандапок за последнее время в самых неожиданных регионах: Саратов, Екатеринбург, Татария и других. В недавно очень благополучном с этой точки зрения Сибирском федеральном округе зафиксирован рост вот этих вот преступлений на почве экстремизма, на почве национальной розни на 84%. Что-то происходит. Что-то происходит примерно, наверное, с 2011-2012 года все протесты и движения, даже те, которые начинаются с критики властей, тотальной коррупции и так далее, обретают форму этнического или религиозного противостояния. Это, видимо, не случайность, у этого, видимо, есть объяснение. Так как у нас есть человек, который сидит в России, я, по крайней мере, в этой части, да, в своем вступительном слове, я все это делаю в форме вопросов. Хорошо было бы, если бы он попробовал или смог на эти вещи ответить. Вот господин Минасян говорил о опросах Левада-центра. Опросы Левада-центра были проведены в июне 2013 года. И вот те цифры, в июле. И те цифры, которые я называл, это июль. Там, значит, вот проблема мигрантов, она была названа, ну, мигрантов в кавычках, да, я не знаю, как это называть, какой термин применять, чернофобия, мне так нравится. Была названа в качестве первой проблемы москвичами, которые отвечали на вопросы. Еще в феврале этого года, всего полгода, за полгода до этого исследования, было другое исследование того же центра Левада. Главная проблема лидировала, значит, уличные пробки 54%, высокие цены на товары первой необходимости 40% и рост коммунальных платежей 44%. Эта тройка проблем сохранялась с 2009 года. Они менялись местами, но сохранялись все. Чтобы не быть слишком долгим и чтобы дать слово нашему гостю, я бы ему вот попробовал бы попросить его порассуждать на эту тему. А что, собственно говоря, случилось? Что происходит? Не с фобиями, фобии были. Вот с той динамикой, которую мы наблюдаем последние месяцы. Спасибо. Спасибо большое, господин Искандарян. Сейчас мы попросим нашего гостя вас подключить к нашей дискуссии, но до этого, для того, чтобы облегчить или наоборот усложнить его задачу, и вопреки всем законам социологии и политической науки, я попрошу его ответить на наводящий вопрос. А не является ли та динамика, о которой сказал господин Искандарян, связана все-таки с теми, скажем так, предвыборной динамикой в Москве, связанной с выборами мэра, и не является ли это производной от того, скажем так, искусственного, скажем так, информационного антимигрантского или, скажем так, ксенофобского поля, которое искусственно муссируется в преддверии нынешней кампании. Но как бы то ни было, Алексей Всеволодович, еще раз здравствуйте и, пожалуйста, подключайтесь к нашей дискуссии. Я подключусь к вашей дискуссии, но я боюсь, что, как и господин Сантерян, я не буду открывать никаких Америк.
иногда задают вопрос, а что будет дальше? Что будет дальше в отношении миграции и отношении к мигрантам? Я не вижу ни улучшения, но я не вижу и резкого падения, так сказать, сам роста негативизма. Вы знаете, если попробовать уйти от эмоций, а, к сожалению, в России от эмоций почти не уходят. Все вот эти разговоры про мигрантов, там такой сильный, я бы сказал, пафос присутствует, причем антиэмигрантский, что очень трудно, так сказать, вот общаться, когда пытаешься как-то академически эту проблему осветить. Но так или иначе, то, что происходит, это совершенно нормально. Вы знаете, у нас ведь в свое время тоже было много приезжих, в той же Москве, в тех же больших городах. Только это назывались не мигранты, это назывались лимитчики. То есть люди, которые приезжали работать по лимиту на самые разные предприятия московские, их тоже не любили. Вот тоже слово «лимитчик» 70-е, 80-е годы, оно практически, вот его можно приравнять к слову «мигрант». Но поскольку все-таки большая часть лимитчиков это были люди, как теперь мы научились говорить, славянской национальности, то в конечном счете они приживались. Вопрос, приживутся ли вот эти мигранты, без которых ни Москва, ни Россия сегодня прожить вопрос не может, вот это действительно интересный вопрос. Ну, давайте начнем хотя бы с того, что мы не знаем, какое количество мигрантов у нас есть. Ну, видимо, тех мигрантов, о которых мы сегодня говорим, это прежде всего Центральная Азия и Азербайджан, это примерно 4 миллиона. Это 4 миллиона. Есть миграция внутренняя, что тоже очень важно, это миграция с Северного Кавказа. И, кстати говоря, вот эта вот кавказофобия и вообще мигрантофобия, она как бы не делится на сегодняшний день в глазах общества на внутреннюю и на внешнюю. Более того, до сих пор мигранты, вот те приезжие, которых мы видим и которые приезжают с Северного Кавказа, они вызывают большее раздражение, большее отторжение, чем, допустим, киргизы. Ну, в общем, тут можно по-разному это оценивать, но во всяком случае это так. Вот Искандерян очень правильно заметил, что селективная фобия, селективная ксенофобия. Ну, вы знаете, например, ни к армянам, ни к грузинам в Москве, да и вообще по всей России вот нет вот этих вот негативных настроений. То есть вот эта публика, так сказать, она воспринимается как своя. Хотя это уже не граждане России. А, скажем, к выходцам из Дагестана или из Чечни, вот там действительно есть вот это самое ощущение, что это чужие, что нам их а не надо и так далее. Одним из интересных моментов, которые мы наблюдаем последние, скажем, 2-3 года, это исламизация мигрантов. Что я имею в виду? Если раньше, допустим, в Россию приезжали из Центральной Азии просто узбеки, ну, я имею в виду, просто в кавычках, просто узбеки, просто таджики, просто киргизы, а с Северного Кавказа те же просто дагестанцы или просто чеченцы, то сейчас вот эта публика мигрантская, она все более и более, так сказать, представляет свою религиозную идентичность. То есть он не просто узбек, он еще представитель вот этой самой мусульманской уммы, и вы знаете, сам какие проблемы сейчас возникают в связи с исламом. Отчего это происходит? Ну, я бы сказал, одна общая причина – всплеск активности ислама по всему миру. Это мы наблюдаем, плюс арабская весна, и, между прочим, она не прошла незамеченной. И в Центральной Азии, и в России, и, естественно, среди мигрантов. И второе, вот это ощущение религиозной, в данном случае исламской идентичности, позволяет каким-то образом избавляться от комплекса неполноценности. Вот угнетенные мигранты, которые рассматриваются как преступники и так далее, но вот то, что они причастны к великой мусульманской умме, это каким-то образом, ну что ли, поддерживает их настроение. Если раньше, допустим, мы знали о противоречиях между узбеками и киргизами, и бывали самые разные неприятные случаи, то вот теперь
налаживаются контакты, происходит некая солидарность на конфессиональной основе. Я уж не говорю о том, что на сегодняшний день и по Москве, и по Поволжью, и по Сибири, вот то, что мне рассказывали мои коллеги, некоторые мечети, в некоторых мечетях в пятничную молитву уже больше половины, больше двух третей выходцев с Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии. И вы знаете, это производит, я бы сказал, пугающее, настораживающее впечатление и на власть, и на общество. Вот, например, последний был у нас Рамазан Байрам, отмечался в Москве. И по некоторым данным, вокруг Московской соборной мечети, это около Олимпийского комплекса, было примерно 180 тысяч человек. Если учесть, что татар в Москве всего тысяч примерно 250-260, то вот сможете себе представить вот эту московскую ситуацию. Это вызывает раздражение? Безусловно. Вот чисто по-человечески это можно понять. И еще есть один момент, который меня очень пугает. Мы так долго говорили еще при советской власти, что мы великое многонациональное государство, потом, когда Россия появилась, что это тоже и многонациональное, и поликонфессиональное государство, но российское общество, славяне в своей массе к этому не привыкли, не приучены, потому что все это раньше было на уровне такой дешевой пропаганды, либо вообще игнорировалось, а вот когда люди последние 15 лет почувствовали, что они разные, это действительно в какой-то мере, ну не скажу шок, но это вызывает и удивление, и раздражение и так далее. Тем более, что те мигранты, которые приезжают, скажем, в большие российские города, и Екатеринбург, и Челябинск, и Казань, и Уфу, и Оренбург, они выделяются из общей толпы, что тоже вызывает, ну, я бы сказал, некоторое раздражение. И в этом отношении Россия не исключение. Посмотрите, чего делается и во Франции, и в Германии, и в Швейцарии. Я вот только что вернулся из Норвегии. Казалось бы, абсолютно спокойная страна. Но и там выясняется, что уже есть какое-то, ну так скажем, ну, мягко выражаясь, удивление мигрантам. А между прочим, в той же Норвегии 10 тысяч чеченцев живет официально зарегистрированных. Про остальных я вообще не говорю. Но уже какая-то появилась проблема. Да, нет мордобоя, да, нет там никакой истерии, да, ксенофобия подавляется, но тем не менее вопросы возникают. Так что к чему я это все говорю, вот сам пытаюсь каким-то образом объяснить, проблема нормальная, она будет решаться очень долго и очень мучительно, и трагедия состоит в том, что ну, с обществом понятно, оно не привыкло к таким вопросам, к миграционным вопросам. А вот власть к этому относится без достаточного понимания, без, я бы сказал, достаточного интеллекта. Все эти программы, которые существуют, ну, они практически не работают, понимаете? Более того, какая-то часть власти, особенно так называемые правоохранительные органы, они на этом паразитируют, потому что бесправный мигрант, будь он киргиз, будь он еще кто-то, это, в общем-то, источник дохода. Все мы это прекрасно знаем. Вот мы видим то, что сейчас происходило в связи с рынками. Кстати говоря, очень интересно, проблема-то возникла с дагестанцами, а под раздачу попали все. И узбеки, и таджики, и вьетнамцы, и китайцы. Тут, в общем, тоже достаточно пикантная ситуация. И даже Путин, и вообще люди, которые находятся наверху, они признали, что вот на этих сам рынках, сам рассадниках миграционной преступности и так далее, все это происходит благодаря провокативным действиям правоохранительных органов, милиции, попросту говоря, благодаря их коррупции, это было признано, люди были уволены, эта проблема решила, думаю, что нет. И последнее, вот то, что говорил Сергей по поводу использования миграции как одного из инструментов во время вот нынешних московских выборов с мэра. Вы знаете, это поразительно, даже немножко стыдно. Практически все кандидаты используют миграционный фактор. Ну, как вам сказать, кто больше, кто меньше, но набирать очки на этом, уж если ты набираешь, то предложи какую-то программу, которая, в общем, удовлетворяла бы
как тех же мигрантов, потому что это в общем, тоже жители Москвы, да, они не голосуют, но они создают и могут создавать в Москве какую-то обстановку. Без мигрантов Москва уже невозможна. Но давайте хотя бы это признаем, мы будем думать о будущем. А когда миграционный фактор вот таким образом разыгрывается, и действительно вот там, на этом деле набираются очки, ну, я считаю, что тем самым мы не решаем проблему, мы ее только-только затрудняем. Потому что нам всем, я имею в виду и славянам, и не славянам, там кем угодно, нам жить вместе. Нам жить вместе, отторгать людей, выкидывать их, вот то, что сейчас, в общем-то, делается на этих выборах, что вы чужие. По-моему, это больше, чем преступление, и это ошибка. Спасибо большое, Алексей Всеволодович. Я думаю, что те вопросы, которые вы затронули, и даже та очевидность, что проблема мигрантов, проблема ксенофобского отношения к мигрантам, это вещь во многом, в том числе, и неизбежная. Это вещь, которая ни Россия, ни первая, ни последняя страна, которая сталкивается с этой проблемой. Это вызвано, кроме общественных, иных проблем внутреннего свойства, также и просто очевидной дифференциацией экономического уровня в России, в отличие от ее соседей, что, естественно, будет делать потоки мигрантов в обозримом будущем неизбежными, соответственно, делать и неизбежными реакцию общественности и властей страны, их принимающей. Я приду уже к вопросам и просто в продолжение, скажем, вашего выступления и эксплуатируя свой административный ресурс, я бы хотел с вами попросить вас коснуться одной темы, которая, я уверен, безусловно, вызывает интерес в армянской студии, в армянском обществе, как и в других постсоветских странах. Насколько, вот вы сказали, что ситуация, мигранты, они не очень часто дифференцируются со стороны российской общественности, и зачастую различия между Северным и Южным Кавказом, восприятие мигрантов со стороны обыкновенного москвича фактически не существует. Тем не менее, как вы считаете, являются ли вот эти процессы некоторого ужесточения административных мер в отношении некоторых мигрантов ресурсом не только внутриполитической борьбы внутри России, но и, как это многие считают, есть мифы и в Армении, и в других постсоветских странах, зачастую такого рода административные меры воспринимаются также средством давления, скажем так, официальной Москвы на своих постсоветских соседей. Я понимаю, что вопрос достаточно общий и достаточно избытый, но тем не менее я считаю, что было бы интересно и армянской студии узнать ваше мнение по этой теме. Вы знаете, что в общем, если говорить гипотетически, то, конечно, миграция может, я подчеркиваю, может использоваться, значит, как рычаг в межгосударственных отношениях. И порой вот такие соображения даже не возникают, а как бы, знаете, облуждают. А вот может быть, если бы в той или иной ситуации, ну и тогда, естественно, выясняется, что, предположим, в России где-то около миллиона, а может быть и больше мигрантов-таджиков. Предположим, у нас, ну где-то тоже, по разным данным, ведь данных нет, вот 800 тысяч до полутора, то и 2 миллионов узбеков. Вот представляете, как можно нажать, не знаю, на Душанбе или на Ташкент, если мы соберемся, все вздохнем и всех вышли. Вот приедут эти мигранты, там, скажем, 1 миллион молодых мужчин, и не только молодых, в Таджикистан вернется, и немедленно рухнет режим. Ну, это все демагогия. Вот представьте себе на секунду, как можно отправить назад 1 миллион человек. На чем? На поезде, на самолете? Ну, это некие страшилки, которые сам действительно существуют. Если вы помните, один раз это было использовано в отношении Грузии. Да и то, в общем, не в тех количествах, которые ожидалось. Так что я думаю, что это очень красиво звучит, но на практике это невозможно. А вот то, что возможно, это введение виз. Вот если будут вводиться сам визы, я не думаю, чтобы количество мигрантов после этого заметно понизилось. Нет.
Но это такой источник дохода, потому что, естественно, что эти визы будут выдаваться чего-то легально, чего-то полулегально, чего-то за деньги, за малые, за большие и так далее. То есть сама эта идея «давайте охранимся от проклятых мигрантов через визовый режим», через паспорта и так далее, ну, я думаю, что ни к чему хорошему она не приведет, она приведет только к росту нелегальной миграции. А между прочим, для России проблема ведь не просто миграция, но и нелегальная миграция. У нас миллионы нелегальных мигрантов. Поэтому говорить можно все, что угодно. Ну, какие-то могут быть частные моменты. Вот если вы помните, была история с летчиками, с российскими, задержанными в Таджикистане. Ну, было выслано, по-моему, в отместку не то там 300, не то 400 таджиков. Ну и что? Это, я бы сказал, несколько инфантильная политика. Оградиться мы не можем. И не надо ограждаться. Вот посмотрите Европа. Там... При каких-то ситуациях, еще более тяжелые ситуации, они действительно пытаются оградиться, но так или иначе поставить частокол, великую китайскую стену мы не можем. Нужна нормальная, простите меня за такое выражение, демократическая политика по отношению к, вот, к этой проблеме. В нормальном государстве, даже в нормальных государствах, она вырабатывается десятилетиями. Опять посмотрите на Европу. При ее-то богатом опыте, и Италию, там, и Францию, и кого угодно. У нас пока, сам, к сожалению, все происходит ad hoc, все происходит реактивно. Вот кто-то попался, напали на милиционера на рынке. Вот, значит, началась охота. Это на мигрантов, эти лагеря стали создавать. А не будь вот этого нападения, ну, наверное, так жили бы и дальше. Так что гладко было на бумаге, но забыли про враги, как всегда. Мне кажется, наиболее интересная и наиболее сложная часть нашего мероприятия, а именно мы попросим присутствующих в нашей студии журналистов задавать вам уже напрямую вопросы. Я попрошу журналистов заранее представиться и обязательно сказать, кому из гостей адресованы ваши вопросы. Уже упомянули проблему исламизации, да, миграции. Вот есть какие-то прогнозы, к чему приведет демографический кризис среди славянского населения России и высокий рост рождаемости в Кавказской республике с этими мигрантами из Центральной Азии? Ведь ясно, что многие из этих мигрантов рано или поздно получат российское гражданство. К чему приведет такое резкое изменение национальной структуры Российской Федерации? Какие-то проблемы ожидаются? Я могу ответить? Да, конечно. Значит, вы знаете, что это вопрос времени. То, что будет в 2050 году, я бы сказал, не берусь. Хотя есть мнение про тотальную исламизацию России, 30% мусульман, 50% мусульман, через там, 50 лет чуть не 80% мусульман. Давайте говорить не то, что происходит сейчас, скажем, в ближайшие 10-15 лет. Никакой исламизации не будет. Никаких коренных изменений в этническом составе России не произойдет. Ну, она будет, этот состав будет меняться, но в пределах 2-3, ну, максимум 4%, понимаете? Поэтому вот пока мы живем, это будет выглядеть примерно так. Но одновременно, понимаете, если говорить в масштабах всей России, да, вот действительно ничего заметного нет. Но если мы посмотрим, скажем, на Северный Кавказ, на Ставрополье, на Краснодарский край, вот там действительно растет количество мусульман, которые проживают в этих регионах. И это, между прочим, мусульмане, граждане России. Вот там меняется по регионам состав мусульман, этнический и конфессиональный состав. Причем цифры самые разные. Если взять Ставропольский край, там, по-моему, от 16 до 25% уже мусульманского населения. По Ростову кто говорит 8, кто 12, кто 10. Это очень трудно посчитать. Вообще вся российская статистика, она очень-очень, я бы сказал, проблематична. И самое интересное, это то, что сейчас у нас происходит на Урале, в Сибири, на Южном Урале, в Оренбургской области. Вот там действительно количество мусульман, ну, как бы так поаккуратнее сказать, зашкаливает.
Есть города, где количество мусульман там превышает 25-30-50%. Когда я говорю «зашкаливает», я имею в виду по сравнению с тем, что было. Вот там действительно происходят какие-то перемены. Это трагедия для России? Нет. Это совершенно, в общем-то, тоже нормальный процесс, потому что люди едут работать, они там работают, они там пытаются осесть, да, там появляются мечети, там появляются, между прочим, что очень интересно, мусульманские интернациональные общины, которые состоят и из выходцев из Центральной Азии, из татар, из кавказцев, этого раньше не было. Туда проникает радикализм, что, в общем, тоже неизбежно, а простите, куда он не проникает. Только что в Египте был президентом брат-мусульманин, и ничего, приезжал к нам в Сочи, и никаких не было трагедий. Ну, правда, сейчас его нет, но тем не менее. Поэтому то, что сейчас мы наблюдаем, говорить о каких-то абсолютно апокалиптических, так сказать, изменениях я бы не стал. Ну, там дело идет, да, меняется состав. Кстати говоря, демографическая яма в России, по некоторым соображениям, она не то чтобы пройдена, но она не будет такой глубокой. Вот, по-моему, в прошлом году даже количество населения там, на несколько сам человек, но все-таки подросло. Вот такой катастрофы, которая ожидалась, ну, поживем увидим. Вот. И последнее такое замечание, как хотите к нему относиться. Вот если бы был жив Советский Союз, то, по-моему, к 2010 году 30% советских военнослужащих были бы мусульманами. А вот это уже был бы очень любопытный фактор. Представьтесь, пожалуйста. Общественная радиоотделка от «Россиян». Я бы хотел узнать мнение обоих экспертов. Как, по-вашему, после региональных выборов 8 сентября, это во время, скажем так, ксенофобия, то, что сейчас наблюдается в России, после этих региональных выборов, она потеряет свою актуальность и не будет больше спекулироваться на государственном уровне? Спасибо. Вы знаете, очень хороший вопрос, я честно могу сказать, что ответа я на него не имею. И я думаю, что никто не имеет, но что мне не нравится? Что мне не нравится, у нас растет сам динамика межэтнических конфликтов, причем они какими-то все более массовыми становятся. Вот то, что мы наблюдали в последний случай в Пугачеве. Это было, я бы сказал, такое городское восстание средней руки. Вот. А уж то, что до этого была Кандапога, и много чего было еще будет, вот это очень печально. Потому что происходит некое, во-первых, привыкание к тому, что такие конфликты, возможно, еще будут. И идет к ним внутренняя подготовка. Вот у меня такое ощущение, что с каждым разом эти конфликты становятся чуть шире и чуть больше. Вот это очень печально. И исходя из того, что, ну, пока Москву держат, понимаете, пока, так сказать, все-таки Москва столица и так далее, но очагов для возникновения таких конфликтов очень много. И с этой точки зрения, вот мы сейчас, когда с вами говорим о мигрантах, у нас несколько, может быть, как мне сейчас вот сам показалось, и, видимо, я сам виноват в этом, у нас такое может возникнуть ощущение, что только власть плохая, только российское общество такое ксенофобское. Но есть масса вопросов и к самим мигрантам. А вести они себя умеют? Там люди, которые попадают в Москву, которые попадают в иную для них среду, они готовы к ней адаптироваться? Кто-то готов, а кто-то и нет. В особенности это касается некоторых выходцев с Северного Кавказа. И вот тут возникают взаимные обиды. Вот это наше, я думаю, что до Еревана это тоже уже должно было дойти, сам проблема лезгинки. Это уже сейчас как вот нарицательное стало. Ах, вот вы танцуете лезгинку. Ну, уже, вот видите, сам как интересно, уже лезгинка сейчас связывается не с танцем, а с какой-то межэтнической напряженностью. Вот этот вот термин, это слово получило новое наполнение. И что мне не нравится, хотя, может быть, в чем-то журналисты правы и политики правы, когда говорят, что
у преступности, у ксенофобии, там, у чего угодно. Нет национальности, нет религии. Есть она. Есть она. Понимаете, вот когда говорят, великий русский писатель Лев Толстой. Но извините меня, были великие русские бандиты, вот япончик, например. Сам как его называть? Это великий русский бандит. А когда у нас вот эта постоянная трусость, ах нет, это хулиганство. Ну какое же хулиганство, когда одна этническая группа в итоге мелкого хулиганства идет войной на другую этническую группу. А у нас последние годы все время говорили, да у нас ничего нет, мы замечательно живем. Это хулиганы одни. Ну и вот дохулиганили, что называется, прозевали. Я вообще хотел согласиться и просто ничего не говорить, но вот потому что я согласен с тем, что говорил доктор Малашенко, но пожалуй, под конец я понял, от чего мне оттолкнуться, чтобы все-таки чего-нибудь сказать. Вот господин Малашенко говорил о том, что к армянам и грузинам относятся иначе, чем относятся к азербайджанцам, центральноазиатам и северокавказцам. А согласен и не согласен одновременно. Конечно, какая-то интеллигенция и какие-то люди, которые вообще знают о том, что существуют армяне и грузины, и они, скажем, христиане, даже такие образованные люди есть в Москве, которые знают, что они христиане, они, наверное, относятся по-другому, причем умозрительно по-другому, интеллектуально. А что происходит, так сказать, on the ground, да, на почве, в реальности? Вот вы спросили, кончится ли все с окончанием избирательной кампании. Нет, не окончится. Потому что действительно представители народов Северного Кавказа принято манифестационное поведение. И в этом манифестационном поведении могут быть некоторые элементы, которые, мне не очень понятно, почему там именно лезгинка, бог с ним, она чужая, она цивилизационно чуждая, энергетически какая-то не такая она, скажем так, людям не нравится. В результате в лагеря собирают вьетнамцев. В результате бьют таджиков. В результате выселяют там, или я не знаю, что делают, избивают узбеков и так далее. Мне не кажется, что по-серьезному есть членение. Мне кажется, что манифестационное поведение ничтожной по количеству группы, да еще раздуваемой прессой, может привести к тому и приводит к тому, что бьют-то просто брюнетов. И никто не будет у него спрашивать паспорт и искать крест на шее или какой-нибудь другой. По вьетнамцу, например, видно, что он, в общем, лезгинку танцевать точно не будет. Более того, вьетнамцев ведь, в общем, не видно на улицах, они же дети подземелья. А та резкая реакция, которая была, она отразилась именно на вьетнамцев. Поэтому мне кажется, что ничего не пройдет. Выборы-то пройдут. И понятно, что все абсолютно кандидаты отыгрались на этой теме, потому что она популярна. Так вот, именно потому, что она популярна, я боюсь, что будет еще не одна кантапога, очень был бы рад ошибиться. Я боюсь, что это явление будет шириться, и боюсь, что оно рано или поздно придет и в Москву, а куда оно, собственно говоря, денется. Спасибо большое. Следующий вопрос. Такое впечатление, что наши журналисты удовлетворены долгими дискуссиями, выступлениями наших уважаемых участников. Но, тем не менее, я бы попросил бы обоих гостей, если они пожелают, кратко подвести итог сегодняшнего нашего обсуждения. И так как начинал господин Искандарян, то на этот раз я попрошу господина Малашенко, чтобы он какой-то заключительный 3 минуты. Я могу только поблагодарить за организацию подобного мероприятия, по-моему, это нам всем очень полезно. Нам всем очень полезно, потому что проблему можно поставить шире. Это не только проблема мигрантов, это проблема свои и чужие.
Просто чужие мигранты, они более заметны, они иначе одеты, у них акценты, у них там другой оттенок кожи. А то, что с мигрантов, с отношения к этим людям начинается вот это членение в обществе, по-моему, мы это уже проходили и не только в России. И я совершенно согласен с Аликом, когда он говорит, что сегодня вот будут одних, потом других, а завтра будут очкариков хватать. Понимаете, это уже было, это имело место. Поэтому я прошу прощения, что, может быть, мое высказывание выглядит как знаменитые слова Кота Леопольда. Давайте жить дружно. Действительно, давайте жить дружно. Как жить совсем уж дружно? Мы все-таки не умеем. Давать рецепты власти, политике, парламенту, без толку. Вот иногда мне задают вопрос, а как все-таки, избежать этого невозможно, но хотя бы понизить это. Надо начинать с себя, со своей семьи, потому что дети, когда бегают по улице, там они наталкиваются на эту самую неприязнь. В школе, в детском саду, потом, когда чуть постарше, в институтах. Оттуда это очень много идет. И когда человек растет, если при нем не говорить, что пошел этот самый черный какой-то, грязный, смотри, немытый, если на это внимание не концентрировать, а наоборот как-то показывать, что такая ситуация, все мы люди, все мы живем вместе. В этом отношении у меня в подъезде был сам прекрасный пример, по-моему, в позапрошлом или прошлом году. Один из соседей просто взял две бутылки шампанского, пошел к дворникам киргизам, выпил с ними, понимаете? Тем более, что мы знаем этих людей, мы с ними каждый день здороваемся. С этих мелочей, наверное, можно начать решение проблемы. Приступить. А все программы, все разговоры, они так пока и остаются разговорами. Я добавлю только тоже благодарность Алексею, а также я бы сказал, что я услышал очень важную фразу от Алексея из Москвы о том, что все дискурсы об этом, они эмоциональные. Я бы даже прибавил, я бы сказал, они истеричные. И эти истеричные, и так в Армении тоже, Леш, в Армении тоже дискурсы об этом, они истеричные, они эмоциональные. Каждый случай, об этом в России, может быть, даже не узнают, но он как сквозь увеличительное стекло, он приводит к буре совершеннейших эмоций и иногда к тем самым высказываниям ксенофобического характера. Надо отходить от эмоций, надо пытаться понять, что происходит. Надо понять, что то, что происходит, это, к сожалению, естественно. Надо оперировать рацио и так далее. И я очень благодарен Алексею, и всем, кто в этой студии, то, что нам это удавалось сделать. Спасибо большое. Շնորհակալություն քննարկմանը մասնակցելու համար, հիշեցնեմ, որ այսօր մեդիակենտրոնում Կովկասի ինստիտուտի հետ համատեղ նախաձեռնությամբ անցկացվեց քննարկում Ռուսաստանում ներգաղթյալների հանդեպ ներկայիս քաղաքականության վերաբերյալ։ Քննարկմանը մասնակցեցին Կովկասի ինստիտուտի տնօրեն Ալեքսանդր Իսկանդարյանը և Մոսկվայի Կարնեգի կենտրոնի կրոն հասարակություն և անվտանգություն ծրագրի համանախագահ Ալեքսեյ Մալաշենկոն։ Քննարկումը վարեց Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինա Ես մեդիակենտրոնի խմբագիր Սոնա Ավաքյանն եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին, հաջողություն։